По словам главы региона, за 3 месяца на курортах края отдохнули и оздоровились более 600 тысяч детей, 200 тысяч из них из других регионов и государств. Мы подводим итоги лета, но не курортного года. Напомню, Кубань по праву считается круглогодичным курортом. Впереди у нас теплый и очень популярный среди туристов бархатный сезон. Наши горнолыжные курорты уже готовятся принять поклонников зимнего отдыха. Мы ожидаем, что всего до конца года курорты Краснодарского края посетят около 16 миллионов туристов. Всего же с начала этого года в Краснодарском крае отдохнули более 13 миллионов человек. Это на 3% больше прошлогодних показателей. Традиционные города-лидеры по количеству туристов – Сочи, Анапа и Геленджик.